во-первых, если у кого-то преподает Хокинг, то Хокинг, он может творить любую хуйню. То есть, начнем с того, что профессор в американском вузе, это очень свободный человек. Профессора, даже никому нахер неизвестного и ненужного профессора, ты хуй уволишь. Смотрите, одно дело лектор, другое дело профессор. Да? Лектор – это чувак, у которого контракт, ну дай бог, что на несколько лет, как правило, на один академический год. То есть лектора даже увольнять не нужно, просто не продлеваешь ему контракт и все, goodbye. Никаких обязательств вуз не несет. Лектора выпиздить можно вообще в любой момент, очень легко выпиздить. При этом даже у такого подневольного человека, как лектор временный, да, на контракте, довольно много свободы, потому что он формирует силлабус все равно для своего предмета. То есть там где-то процентов 80 материала, который он дает, он сам выбирает, в общем-то, из своего предмета. То есть, конечно, комиссия должна одобрить его силлабус, но это не отменяет того факта, что он его сам создает. Это важный достаточно момент. То есть, вот, например, если есть курс «Философия Ницше», то лектор по этой философии, он как бы сам выбирает, какие труды Ницше туда войдут. И с какой страницы, по какую вы будете их читать. То есть, это очень важно, да? И это при том, что лектор – человек подневольный, это как бы шаха, это как бы, ну, подзалупная нахуй перхоть. Его очень легко выпиздить, очень легко. То есть просто вот такое, что-то отзывы хуй. Предмет этот, по-моему, нахуй никому не нужен, не продлим контракт. Все, повторюсь, даже увольнять никого не нужно. Просто не продлевают контракт, не обязаны, потому что... И все, на следующий академический год он просто не возвращается. Значит... Повторюсь, это еще не профессор. Профессор – это чувак, которого уволить невозможно. То есть ему не то, что там контракт не надо продлевать. Если он профессор, у него есть теньер. Просто в русскоязычной среде это не переводится даже, что такое теньер в случае с американской профессурой. Но профессора в США невозможно уволить. Вуз не может его уволить. Он там навсегда. Он пока не выйдет на пенсию, на которой, кстати, ему обязаны... У него пенсия, она от зарплаты не отличается, кстати, почти. То есть он как бы вышел на пенсию, и ему просто тупо зарплата продолжает падать на счет, как бы просто не работает больше и все. То есть он может выйти на пенсию как бы по выслуге лет в какой-то момент. Значит, но пишут любой профессор, а профессоров очень мало. Большинство преподавателей в американских вузах – это лекторы. Только профессоров очень мало. Но профессор – это вот как бы, ну, это действительно босс. То есть, потому что профессор, он дослужился. То есть, он, во-первых, смог урвать себе tenure track position. На этом tenure track position он, во-первых, отработал изрядное количество лет и при этом стабильно публиковался в рецензируемых изданиях. Это тяжело. То есть вы не представляете, насколько это тяжело. Но по итогу он становится неувольняемым чуваком, которого даже на пенсию выгнать очень сложно. То есть по-своему это очень круто на самом деле, потому что... Ну, в очень левом вузе, если ты профессор, и ты внезапно решил стать очень-очень правым, то с тобой почти нихуя нельзя сделать. То есть, ты просто тебя нельзя уволить, никто ничего не может с тобой сделать. Попечительский совет не может тебя уволить. То есть, тебе могут урезать бонусы, да, то есть... Но если ты реально старенький и у тебя запросы не очень высокие, тебе насрать на эти бонусы. И это обычный профессор. А теперь представьте себе, какой статус у профессора, который при этом знаменитость. То есть Стивен Хокинг, Леонард Саскинд. Да, то есть чувак, который всемирно известный, с вот серьезными регалиями в области фундаментальной науки. Он вообще любую хуйню может делать. Вот, ну, просто надоело объяснять основы там, квантовой механики. Давай я вам расскажу, что вся Вселенная – это голограмма. И начинается.